Доброе утро всем. Мы начинаем наш прямой эфир из сектора номер 18. Команда Carpcraft. Тим, да. Ну, как бы команда и Тим это, в общем-то, одно и то же. Пляж Цейлон. В общем-то, его край, южный край пляжа Цейлон. И как бы нам сейчас капитан команды скажет пару теплых слов. А мне, пожалуйста, те, кто заходит в этот эфир и видит нас, скажите, слышно ли нас вообще? Поговори, Андрюша, чтобы тебя доброе тоже... Доброе утро всем, кто нас видит, слышит, если слышит. Все хорошо. Слышно. Начинаем. Начинайте, товарищ капитан. Ну что, нам достался крайний левый сектор, самый южный на Цейлоне. Сектор по всем годам был хороший, но походу не в этом году. Что-то в этом году он не работает как надо. Но он работал на детском турнире. На детском турнире он и тут работает. Как бы если бы он как на детском работал турнире, то было бы очень хорошо. Потому что много усача, есть незачеты. Вся рыба кинеры-то есть. Кроме этой, что ловит? Кроме того, что нужно. Нет, то, что нужно, тоже есть, но не в тех количествах, как ожидалось от этого сектора. Ну ничего, работаем. Самое интересное, даже весь пляж тут на нас не видел ни одного выхода карпа. Постоянно выходы есть. Бури, шмури, но не карпа. Как-то так. Дистанции, глубины. Дистанции комфортные. Напрягайся, не напрягайся. Работаем. Глубины для карпа тоже все прекрасно знают, что это 2,5 метров и далее. До 16 метров уже в этом году. Это уже комфортные дистанции. Так что тут тоже глубины комфортные. Зацепы? Зацепы есть, зацепы, как без них. Потому что мы возле кустов. И само собой есть зацепы, шмацепы, как везде. Есть много мусора, есть лодочники, сетевики. Как обычно, кинерит ничем не удивляет. Этого всегда все ожидали. Ну, как-то так, работаем. Ну, вы, в принципе, как? Довольны своей работой? Да, да, довольны, все нормально, работаем. Работает тренд сезона, мармеладный мишка. Что, показать могу? Вот. Обыкновенный мармеладный мишка. Правда, затипованный зеленый чеснок. Кто не верит, вот. Не видно там сейчас то, что... Вот, хорошо видно, вот. Никобайт, зеленый. Некоторые спрашивают, почему именно зеленый? Потому что чеснок зеленый. Черемша. Да, вот, вот. Кто желает, слива. Ни для кого не секрет, что на кинерите работает и слива ричвудовская со старых запасов. Вот. Ну и клубника. Как без клубника? Есть и клубника. Все запахи. Так что никакого тут секрета нет. Все рабочее. Все рабочее. Сколько вы взяли рыбы? Ну, ночью взяли 3. То есть у вас 3 в мешках, да, сейчас, да? Да, 3 мешка. А как по... Ну, сначала маленький, как всегда. Потом он принес брата старшего. Брат старший принес или папу, или маму. Сейчас посмотрим, на взвешивание было темно. Круто. Ну, замечательно. Как говорится, так. От имени всех зрителей данного эфира можем пожелать команде ни хвоста, ни чешуи. Как говорится, остался по большому счету, ну фактически почти ровно сутки. А за сутки можно много чего наворотить, если захотеть. Это да. Если не пить и не спать. Не пьем и не спим. Никто не пьет, ничего даже нигде и нет. И не брали. И это как-то, может быть, именно поэтому и проблема. Вы этому никаких проблем. Нептуну налили? В первую очередь. Сразу приехали, вылили все. А, вон я вижу там пятно, там бухой Нептун. Сейчас я вам покажу. Вон, видите, вот там вот плавает бухой Нептун. А вот, как говорится, второй член команды, который прячется по углам. Хотя, как бы, вы знаете, в карпом спорте одиночки, конечно, тоже есть. Сталкеры, но все-таки без хорошего напарника очень тяжело, особенно на длительных турнирах.
Это очень важно, когда есть моральная совместимость, психологическая совместимость. Ну и, естественно, по еде совместимость. У нас по всему совместимость. Мы отработали эти соревнования, дай бог. Подожди, отработаю, сейчас будет дождь. Ну, я имею в виду, первый раз, чтобы вы вместе вышли на эти соревнования. Ну, мне нравится и ваша команда. Вас, мне кажется, не слышишь, нет. Не, ну я бы, смотри, я думаю, что его тоже слышно, потому что по-любому расстояние не очень большое. Это первый раз мы вышли на соревнования вдвоем. Никто не знал, кто, как, что, к чему. Ну, по крайней мере, сладилось все, слава богу. И отработали мы эти два дня. Вы пока еще не отработали, да? Нет, ну эти два дня, которые, я имел в виду, два дня, которые были, мы отработали на ура. Каждый знал, что ему делать. Вот это самое главное. Есть в команде ведущий и есть ведомый, как всегда, как и должно быть. Ну да, есть кто-то, кто должен принимать стратегические решения. Да, а второй должен их просто надо поддерживать и выполнять. Да. Поднимать руку, вот я за. Вот так у нас получилось. Ну, смотрите, я надеюсь, что ваша команда как бы как уже будет на постоянной основе сложившаяся. Ну, будем стараться. Да. Старайтесь, ребята. А сейчас надо работать, кормиться. Яла-яла, вода, работа. А вода, работа. Короче, работайте. И до встречи на пьедестале почета в зале кибуца Энгел. Будем стараться. На этом мы заканчиваем эфир из 18 сектора и будем переходить потихонечку в 17 сектор. Так что далеко не уходите. Скоро мы будем вон там.